Друзья, высококвалифицированные работники продолжают шокировать чрезвычайными происшествиями российские мегаполисы. В Челябинске педагога забрали в больницу с инсультом после угроз инородца. Последний прискакал на защиту сына, которого обидела учительница математики, потребовавшая от него общаться в школе на русском языке, а также убрать телефон, использование которых в школах запрещено с 1 сентября. Помимо целой кучи оскорблений, которую дикарь вывалил на учительницу, он также ей пригрозил лишить педагога языка, если та еще раз потребует от его сына перейти на русский язык. Беспредельщика удалось успокоить только после приезда сотрудников Росгвардии. У педагога же после всего услышанного началась истерика, которая закончилась инсультом. Сейчас несчастная женщина лежит в больнице. Где это, блядь? И взрослый человек от взрослого выслушивает такие вещи, блядь. А вот где это, чтобы подходить и тикать, и запрещать? И телефончики на перемены запрещать, блядь. Мразь конченая, блядь. Тем временем дикое многонациональное животное, которое грязно оскорбляло русскую учительницу в Челябинске и угрожало женщине страшными пытками, задержано. Оно может говорить, у него на месте все зубы, он не всхлипывает, его не рвет кровью и желчью. Ему заботливо прикрыли личико, чтобы никто не узнал. Животное закроют в обезьянник на 15 суток. Прошу свои извинения учителю, урока математики, директору и всем, кто там присутствовал. Больше такое не произойдет. Глубоко сожалею о своих содействиях. Прошу простить, понять и помиловать. Тем временем возле 548 школы на улице маршала Захарова в районе Бирюлева замечены вооруженные кавказцы. Видео сняли дети из здания школы. В Москве мигрант сломал русской девушке челюсть за отказ с ним знакомиться. Прибывшая на место преступления полиция заявление принимать отказалась. Вот что пишет родственник пострадавшей. «Мои соратники, хочу к вам обратиться за помощью. На мою сестру напал приезжий около ресторана на станции метро «Теплый стан», в результате чего она получила перелом челюсти и сотрясение мозга. Все потому, что она отказалась с ним знакомиться, а если точнее, провести ночь. Нападение произошло 15 сентября около станции метро «Теплый стан», полицейские брать заявление отказались. Помогите распространить для общественного резонанса. Стой, не подходи. Номера фото машин, которые говорят. Номера фото, говорю. Номера фото. Номера фото машин. На машине, которые не едут. Тем временем четверым жителям Благовещенска предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Обвиняемые с ноября 2021 года по август текущего года организовали незаконное пребывание в России нескольких граждан ближнего зарубежья. Преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска. Силовое сопровождение следственных действий обеспечили сотрудники Росгвардии. Следственной группой проведены обыски по местам жительства и пребывания обвиняемых, изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Трое из фигурантов уголовного дела, двое мужчин и одна женщина, задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Четвертая обвиняемая находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.